Всем привет, меня зовут Снежана, и это снова книжные покупки, да, что поделать, хотя они мне были относительно недавно, но я очень сильно пострадала морально на монтаже прошлых книжных покупок и дала себе обещание, что больше никогда не затягивать, снимать сразу же, как только у меня накопилась стопочка, а не дотягивать это все до безумных размеров, хотя я сейчас смотрю на все, что я положила перед собой и думаю о том, что это явно не стопочка, и это явно гора опять, и мне опять будет тяжко на монтаже, ну да ладно. Еще сразу традиционный варнинг для всех мимо крокодилов. Я немножечко не снимаю этот формат так, как другие блогеры, то есть я не рассказываю аннотацию, все будет, если что, в описаниях, в ссылках на Goodreads, на Lifeleap, смотря чем вы пользуетесь, что вы больше любите. Для меня книжные покупки — это повод высказать исключительно, абсолютно имхо, то есть мое личное мнение о том, как издана книга, нравится мне она, не нравится, какая обложка у нас, какая обложка в оригинале, какая обложка красивее, и вот это вот все. Давайте тогда по порядочку. Итак, то, что мне приходило отовсюду, из разных мест. Первым делом это, конечно, от издательства. Издательство Альпина. Здесь разные их серии, причем прям совсем разные. Да, у меня здесь Альпина Нонфикшн, Альпина Про, Альпина Паблишер. Книги из разных их линеек и 4 книжули. Я внезапно совершила набег на сайт Альпины и поняла, что есть книги, которые я адски хочу прочитать. Я традиционно постучалась и такая, пожалуйста, пожалуйста. Они мне прислали. Что же я захотела в этот раз у Альпины? Больше все-таки именно по искусству, можно это сказать так, не по истории. Из таких книг у меня тут Риста Румпунен и Юрки Сеппеля. «Мошенники в мире искусства. Гениальный афер и громкие расследование». У меня целый шкаф с книжками по искусству. Я как искусствовед очень интересуюсь этим нонфиком, поэтому, когда я увидела, что нонфик про мошенников, а я очень люблю эту тематику, мошенники, продажи искусства, галеристы, коллекционеры, вот это вот все. У меня еще, по-моему, 2 книжки в шкафу, где там тоже стоят, связанные с этой тематикой. Тут я увидела, что мошенники, ага, надо брать. Каково же было мое удивление, когда это оказались финны. Я такая, ничего себе, финская книжка про искусство. Такого у меня еще не было. Я бы, конечно, поставить к моим финам, но нет, книги по искусству мне хранятся в отдельном шкафу. Это оригинальная обложка, причем полностью все повторили, и шрифт, и вот этот вот черный корешок, и здесь картина. Знаете мне, что это напомнило? Я сейчас поняла. Это напомнило мне афиши старых фильмов. То есть вот этот вот эффект, как будто бы немножечко из плакатов, афиш, посвященных старому кинематографу, каким-нибудь там 50-м, 60-м. Внутри все совершенно превосходно, ну, потому что это Альпина, у них, в принципе, очень качественные издания, они издают нонфик так, как будто издают, ну, какие-нибудь супер-пупер романы. Но, кстати, вот здесь мне еще очень нравится, это то, что они использовали шрифт, название глав, который пересекается с тем, что происходит на обложке. И мне очень нравится, что здесь печать изображений не на глянцевой бумаге. Изображение не дополнительным блоком, как бы, когда вот вставляют, и он глянцевый весь, и очень сильно выбивается по текстуре бумаги. Мне очень нравится, когда печатают не на глянце. Печать, кстати, очень-очень качественная. Я не знаю абсолютно, про что эта книга. То ли эти ребята сами участвовали в подобных делах и рассказывают свои какие-то личные истории, то ли они просто вращались в этом мире и что-то слышали, вообще не знают, что это будет, но это просто мошенники. Естественно, это интересно. Вторая книга. Это Игорь Беленький. История кино. Киносъемки, кинопромышленность, киноискусство. Это уже Альпина Паблишер, но, по-моему, и это Альпина Паблишер. Да, это тоже Альпина Паблишер. Я просто подумала, что я хочу освежить знания из курса кино, который был у меня в университете. И я посмотрела на содержание этой книги. Да, здесь, в принципе, вот все, что нужно, чтобы что-то там вытащить изнутри, из себя, из своей памяти. Как рождался кинематограф, как кинематограф старался стать искусством, как кинематограф боролся за звук, кинофильмы кинорежиссера мирного времени и отдельно о гениях, о Ингмар Бергман, эпоха 60-х, еще раз отдельно о гениях, эпоха рубежа, ну и заключение, и кроме того полезно почитать. Опять же про издание. Здесь более легкая книга по сравнению вот с этим. Здесь, ну, прям супер вес, и это чувствуется, видимо, из-за вот этой плотной белой бумаги. Мне очень нравится лаконичность обложки. Я вообще люблю подобный минимализм. Я люблю всю эту историю про, когда шрифт бахает полностью масштабно на весь объем, растягивают максимально шрифт от края до края. Это мое самое любимое. Прекрасный синий. Внутри желтоватая бумага. Тоненькие, но приятные страницы. Суперкомфортный шрифт. И мне очень нравятся вот эти моменты, когда... Ну, вот,
кстати. Здесь есть изображение. Кстати, очень интересно сделаны начало. Мне очень понравилась вот эта вот история, когда у нас есть, соответственно, пустая страница, заполненная цветом и названием. И ты переворачиваешь, а у тебя здесь идет коллаж из афиши. Жаль, что, конечно, черно-белое, но в то же время это все выдержано в одном стиле, поэтому не страшно. А это что такое? А это какие-то, видимо, дополнительные сведения. Интересное издание. Дизайнерски оно очень круто сделано. Но это, опять же, Альпина, которая очень качественно издает свои книги. С удовольствием почитаю, освежу и, наконец-то, буду смотреть старье, которое у меня стоит в списке. У меня есть специальный список старья, так называемый. Это список кино классического, который я потихонечку смотрю. Еще одна книжуля. «Эволюция образа. Глазами гримера. Краткий экскурс в историю макияжа и прически». Нателла Ивлева. И это уже Альпина Про. Тоненькая небольшая книжуля. Дизайн не из самых моих любимых обложек Альпины, честно. Чуть-чуть как будто бы не докрутили идею. Опять же, вот когда полностью шрифт растягивают название на обложке, потому что вот здесь вот пустое пространство. Но здесь тоже тогда, может быть, здесь надо было ставить побольше. Мне не очень нравится вот это вот красное, которое все выбивается. То есть можно было бы убрать и было бы более лаконично. Но внутри очень все классно сделано, прекрасные тоже иллюстрации. Опять этот прекрасный момент, что иллюстрации не на глянце. И очень много иллюстраций, и текста мало, да. Но тема абсолютно для меня интересная. Здесь, я так понимаю, рассматривается, какие были популярны прически и макияжи с античности до наших дней. Офигеть, это очень круто, очень интересно. Потому что иногда смотришь на все эти портреты классические в музеях и думаешь, господи, почему? Ну почему эти грёбаные дурацкие гигантские парики? Вот, возможно, я уже наконец-то это и узнаю. Дэниел Левитин, возможно, так звучит, на музыке «Наука о человеческой одержимости звуком». Моя подписчица мне маякнула, что там есть книжка про музыку, а мне же нужны книжки про музыку. Я такая, о, бегу! Безумно люблю музыку. В последнее время мне еще и стало интересно что-то читать на эту тему, то есть не только максимально много ее слушать, но и, может быть, что-то подсчитывать. Конечно, где-то там в параллельной вселенной, не знаю, в нашем нонфике появляется, может быть, у Альпины бы классно было бы, если бы появилось что-то переведенное из истории гитарного бизнеса. Не знаю, что что-нибудь, может быть, про самые-самые мастодонты гитар, типа Fender, Gibson, Ibanez, какая-нибудь такая классическая суперистория основания компании. Вот я очень хочу подобную книгу. Наверняка она где-то есть на английском языке, скорее всего. Но вот у нас ничего нет, но хотя бы вот такую штуку тоже классно будет почитать. Мне адски безумно понравился дизайн. О, видите, здесь есть фокус, на самом деле, смотрите. Кайф. Кайф. И здесь есть только на корешке информация. Это так классно смотрится. И такой контраст вообще супер обложки с тем, что происходит здесь. И это мягкий формат. То есть это книга с мягкой обложкой. Я обожаю книги с мягкой обложкой. Но мои постоянные подписчики в курсе, да, что я всегда за мягкую обложку. Особенно если она не в формате покетбука. Вот этот вот эффект. Я причем, когда взяла книжку в руки вживую, когда получила посылку, я такая, вау, классно, мягкая обложка. Открываю, смотрю и совершенно не догадываюсь. Думаю, а что она такая плотная? Что это супер обложка? То есть она так хорошо на самом деле надевается, нет ощущения у этой суперобложки, как у обычных стандартных мягких суперобложек на каких-нибудь твердых обложках, что это какая-то бумажулька, которую тебе очень хочется выбросить. Здесь она нужна, эта суперобложка, она очень классно сидит на основе. И когда я такая открываю карман, а там оказалось вот это вот... Я такая, о, ничего себе, как круто! Мне очень нравится вот этот эффект как бы колонки. В оригинале там что-то есть неинтересное, по-моему, супер максимально неинтересное. Мне понравилась обложка в оригинале с наушниками, концептуальненькая. Но вот это просто кайф. Это что-то про наш мозг, про то, как наш мозг воспринимает громкую музыку, почему он, например, хочет громкую музыку, я узнаю, почему я слушаю определенные жанры, почему я привязываюсь к определенной музыке. В общем, что-то будет связано именно на мозге и на восприятии музыки. Не знаю. Я обычно не интересуюсь, что там у меня в голове находится, как это работает, но здесь это же связано с музыкой, поэтому очень интересно почитать. Так, а теперь традиционная посылка от моей подписчицы, она же Бустер, она же регулярный спонсор моей скандинавской
полки, но больше всего меня, конечно, восхищает. Это всегда, когда ты получаешь ее посылку, ты знаешь, что там будет что-то, что тебя удивит, немножечко расширит твои горизонты, скажем так, в скандинавской литературе. Ну, давайте по порядочку, а самую красивую книжку оставим на последний момент. Лена в этот раз прислала что-то парами. Итак, например, парой лежали исландцы. Здесь у меня Стейнар Браги и Ирса Сигурдартоттир. Это исландские детективы. У этого чувака ДНК. Кого-то жестоко убили, нашли какого-то специалиста, который по работе с травмированными детьми, и там что-то с помощью нее будут решать. Господи, это исландский детектив. Никаких особых сюрпризов не будет. Возможно. Потому что из посылки Лены же у меня стоит терапевт, по-моему, называется, или как-то так. Это был очень неожиданный детектив, потому что там было очень много психологической драмы. Я подозреваю, что, скорее всего, возможно, вот в этом романе будет что-то похожее. По поводу вообще вот этой вот всей серии, я не знаю, кстати, чья она. Эксмо, да, она серия Эксмо. А знать бы, как называется вот эта вот серия, ну, типа, крафтовая. А мне не очень нравится, честно. Она не самая любимая у меня в плане дизайна. Мне кажется, она какой-то бессмысленный. Может быть. Раньше они еще и делали дурацкие манжетки на эти книги. Но тут я когда вот вскрыла и увидела, что манжетки очень крутые, манжетки отсылают к оригинальным обложкам. Мне немножечко жаль, что детектив выходит как бы определенной серии, то есть если крафтовая серия, все, вот вам крафтовая серия, получите. Потому что, например, у этого романа очень крутая обложка в оригинале, мне так понравилась, она такая стерильная, есть в ней что-то медицинское, какое-то биологическое, но у нас ДНК. Мне безумно понравился этот эффект, довольно-таки смелый, как мне кажется, когда там вот этим вот скотчем перекрыто вообще чуть ли не все имя автора. Это выглядело очень круто, и у нас как бы взяли за основу оригинальную обложку, но не докрутили. А здесь просто спасибо хотя бы за такое в оригинале. Фамилия, имя автора и название. Окей, но в этом случае я манжетку не хочу удалять, потому что, по-моему, в терапевте я ее убрала. Она была какая-то дурацкая, а здесь я, пожалуй, оставлю. Мне понравилось. А вот в этой книге здесь что-то про женщину, у которой то ли убили ребенка, то ли что. Потом нашли убийц, но прямых улик не осталось. И, в общем, вот на грани отчаяния и безумия Ката решила, что сама возьмет в руки карающий меч. Я из-за этого надеюсь, что здесь будет очень много именно психологической какой-нибудь супердрамы. Тут написано, что лучший исландский триллер 2014 года. Окей, скандинавские детективы, без разницы, на самом деле, я готова читать что угодно. А в чем подвох этой обложки? Манжетка оригинальная, мне очень понравилась. Там вообще обложки такие мрачные, криповые, ну, скандинавский детектив, как он есть, скандинавский триллер. Но здесь, когда ты снимаешь вот эту манжетку, это выглядит очень странно. Очень-очень странно выглядит. Просто вблизи, когда ты смотришь, ощущение, брали этот эффект наложения и в результате оставили девушку, как будто она, не знаю, как минимум обдолбалась. Зачем? Почему? Короче, я не ожидала, если честно. Лучше бы они сделали вот как здесь, просто имя автора и название в оригинале. Приличные, кстати, по толщине такие романы, то есть под 400 страниц. Еще одна пара книг. Хёк. Да, внезапно у меня появился Хёк. Я на самом деле давно его хочу и планирую, но так как в принципе оказалось, что его и переиздают, что его из рук можно купить при желании. Но Лена взяла на себя смелость, так сказать, несмотря на то, что у меня он не стоит в моей подборке в Лайфлибе, хочу скандинавов в бумаге, все равно положила и дополнила мне Хёка. И это была прям отдельная благодарность и любовь, потому что Хёк у меня стоит в планах, но все, никак я до него не дойду. Соответственно, у меня появилась тишина и появился условно пригодные. С Хёгом интересное дело обстоит. Он у нас издается в издательстве Симпозиум. И это серия. То есть на самом деле это тот нелюбимый мной эффект. Опять же, постоянные зрители уже в курсе, что я терпеть не могу серийность, когда одного автора издательство издает максимально в похожем дизайне, романы с максимально похожей концепцией. То есть они делают один такой макет и дальше его просто тупо копипастят. Поменяли картинку на обложке. Смотрите, у нас обложка другая. Нет. У вас
вас одно и то же, все из обложки в обложку. Зачем вы так делаете? При том, что обложки Хёга, они в целом красивые. Здесь есть интересные эффекты, которые так или иначе отсылают к тому, что происходит в романе, потому что, вот, например, условно пригодные, там на обложках у других изданий, на других языках, видно, что активно участвуют как будто бы часы или компас, что-то такое, какие-то цифры. Я такая смотрю на нашу обложку, думаю, спрашиваю, где часы, компас, что, где. Но потом, когда ты начинаешь вот так вот книгу делать, здесь есть глянцевые дополнения, и ты видишь, что здесь добавили цифры. Здесь глянцем сверху накинуты цифры. Интересно. У нас вообще, кстати, обложки у Хёга очень мрачные, симпозиум делает. Прям, знаете, депрессия ворвалась в ваш дом, а вы ее и не хотели. Но в оригинале, даже с учетом того, что некоторые романы Хёга довольно-таки старые, ты смотришь, какие там обложки, и они, ну, не супер позитивные, но при этом и нет такого, вот такого настроя. А это входит в топ криповых обложек, стильных, крутых. Мне очень нравится эта обложка, она очень классная, потому что здесь исключительно черно-белое все. Здесь и форзац черный. И, собственно, обложка черно-белая. Я люблю такое, мрачнятина, все как надо. Но крепота. Оригинальная обложка, она, конечно, странненькая, но в целом у Хёга странненькие обложки в оригинале. Когда Хёг в итоге оказывается у меня на руках, мне всегда очень интересно поскорее пойти и посмотреть, а что там происходит на самом деле в его обложках, в изданиях датских, в изданиях на английском языке. Потому что, говорю, у нас какая-то адская серийность и адская депрессия, потому что в остальных не так. А внутри это просто симпозиум. То есть если вы хоть один раз держали книжку симпозиум в руках того же Хёга, вы примерно представляете, как это выглядит внутри. Это всегда очень качественно, шрифт очень красивый, все здорово, но книги очень тяжелые, то есть они прям супер весомые и не всегда комфортные в этом плане. Я предпочитаю книги полегче. Моя прелесть, просто моя прелесть, боже, я так люблю Лагерлёв. Я не знаю, наверное, я подобные эмоции испытываю к финнам. У меня стоит Марбака, которая все еще стоит у меня в планах когда-нибудь ее прочитать. А Лена мне пишет, а есть там типа продолжение Марбаки, вот. А я такая, а да. Ну то есть у меня же есть Марбака, я давай проверять, все ли как бы, правильно ли, что у меня не вся Марбака. А в смысле не вся она, что как бы не одна часть. Я такая, ну здравствуйте, с добрым утром. Снежана, которая должна как бы уже разбираться в скандинавской литературе, знать у кого что, сколько вообще чего издается, узнает впервые, что Марбака это трилогия, на секундочку. И вот у меня появились вторая и третья часть, они в одном томе. Это издательство Иллюминатор. Да, это издательство Иллюминатор. Кстати, внутри это все как у симпозиума. Шрифт. Шрифт я имею в виду. Только шрифт. Бумага тоньше, легче. Интересный дизайн внутри. Да, и название главы. Первые буквы на странице. Здорово. О, вот это очень, конечно, красиво. Просто посмотрите, я обожаю такое. Ох уж эти развороты в книгах, когда действительно им уделяют внимание, и ты получаешь прям большое наслаждение. Но это, видимо, записки ребенка, потому что третья часть называется «Дневник Сельмы Отили Лависы». Лависы, наверное, Лагерлёв. Короче, да, если вы как я, ну, у меня тут выпала идеальная закладка просто к этой книге, если вы как я не знали, что мемуары Лагерлёв на самом деле это трилогия, то вот, пожалуйста, имейте в виду, что есть вторая книга, если у вас есть Марбака, то можно и нужно обязательно докупать продолжение. Мне очень нравится, как это все выглядит. Шрифт, который здесь использован, ты на него смотришь, и тебе сразу просто хочется прочитать сказки Лагерлёв. Мне очень нравится, что здесь использовали черно-белую фотографию, и сразу, как только открываешь книжку, на тебя сразу же смотрит фотография Лагерлёв. Ты сразу думаешь, боже, какая прекрасная женщина. Здесь, в принципе, есть иллюстративный материал. Здесь тоже все печать исключительно на матовой вот этой вот бумаге. Господи, я помню, что были фотки. Да, в самом конце есть фотографии ее дома. Типичная шведская усадьба. Сразу вспоминаешь фильмы Бергмана. Вот тут ее фотографии уже в пожилом возрасте, скажем так, когда она была уже успешной. А здесь есть даже фотографии, по-моему, с собачками. Да, вот, есть фотографии ее с собачками. Неплохая печать, неплохие фотографии. Любовь. Надо где-нибудь там уже поскорее взяться за Марбаку. Три одиночные еще книжули. Уже романы, не мемуары. Еще финнов.
в мою жизнь. Марианна Курто, «Тристания». Не знаю, что за роман, честно. Я увидела его на полке в магазинах, я увидела, что это финны, добавила к себе «Хочу бумаги», естественно, это же финны, и все, и забыла про него напрочь, если честно, что он у меня был в виш-листе. А когда я распечатываю посылку, а там такое «Из твоего виш-листа», я такая: «Господи, что же это из моего виш-листа достаю?» И думаю: «А что, это было в моем виш-листе, да? А, да? Ну, хорошо». Ну, у меня такое, я бываю, что добавляю книги и напрочь забываю, что я хотела их прочитать. Это оригинальная обложка издательства Polyandria No Age, поэтому без комментариев, внутри великолепное издание и шрифт, и это прекрасная верстка текста, приятные желтоватые страницы. Роман, кстати, довольно-таки объемный, ну, то есть обычно, когда ты видишь скандинавов, и там 250 страниц, 100 страниц может быть, и такой: окей, типа скандинавы. Но когда ты видишь, что здесь... Сколько здесь? 340 с чем-то. Такой, это уже заявка на объем. Обложка оригинальная, да. Я уже говорила, по-моему, в прошлом выпуске, что Polyandria No Age очень аккуратно повторяет оригинальные обложки, в том числе, как они вообще распоряжаются шрифтами, насколько они делают максимально все близко к тому, чтобы это выглядело как в оригинале. Мне, кстати, очень нравится обложка. Она очень лаконичная, минималистичная. Все как нынче модно, стильно, и все как соответствует нынешней современной эпохе. Внезапный роман Рой Якобсон. Недримы. Я люблю Роя Якобсона. У меня стоит его роман «Что-то там про русско-финскую войну». Ждет меня. Я читала у него роман, по-моему, «Чистая вода». Он специфический. И вот внезапно у меня появились «Незримые». Причем это какой-то не старый его роман, он относительно новый, да, 2013 год. И каково же было мое на самом деле удивление. О, кстати, цените, обложка с рыбой и открытка тоже с рыбой. Я такая: боже, это гениально. Что же я хотела сказать-то? Да, это первая книга из «Кальгита там». То есть это на самом деле типа серия. Я такая: обожаю, когда ко мне в руки попадают серии скандинавов, с учетом того, что, возможно, вторую, третью часть никогда не переведут вообще. Это не к тому, что я никогда не буду читать подобную книгу. Нет, конечно, с удовольствием к себе приобрету, но ты всегда такой: а, ну велик шанс, что, в принципе, продолжение ты не прочитаешь примерно никогда. Я не знаю тоже про что здесь, про какой-то остров. Жизнь тяжела, естественно, и это что-то про семью. То есть, кстати, это будет семейный роман, и это первая книга, вот, тетралогии о семье Барви. Четыре книги должно быть. Я надеюсь, что Black Ship Books, да, это издательство Black Ship Books, все-таки переведет остальные книги и издадут, чтобы это было полноценно, а не так, что у тебя стоит огрызочка на полке. Мне очень нравится издание. Это вот тот случай, когда угодили мне. Я очень люблю легкие книжки, она легкая, и при этом она супер стильная, как книжки симпозиума. И при этом внутри, когда ты открываешь Хёга, и когда ты открываешь, ага, вот это, ты понимаешь, что это один и тот же шрифт, да? Да, единственное, что здесь верстка другая, здесь верстка побольше, покрупнее, просто потому что роман тоньше, чтобы она была, книжка, видимо, более-менее весомая, хотя бы на 274 страницы. Здесь верстку максимально разбабахали. Очень-очень качественно сделано в плане дизайна, то есть это и минимализм, это и концептуальность. При этом внутри все супер-дико приятно. Очень приятная бумага, очень приятный шрифт. В оригинале интересные обложки, тоже связаны с тематикой моря. Мне очень понравилась обложка, там какие-то камни рядом с водой, и там стул пустой. Это очень прикольно выглядит. Обложки классные, и мне кажется, наша, да, она почему-то мрачнее, но мне кажется, она выглядит мрачнее, чем издание на других языках. Но, тем не менее, вполне себе в тот ряд устраивается, и не стыдно. Самая красивая книжка. У меня на полках есть ряд книг. Отдельная любовь за то, как они выглядят. На скандинавской полке тоже есть уже такие книги, прям целую подборочку можно сделать. И та-та-та-там. «Остров обреченных». Стиг Даггерман. Я впервые увидела эту книжулю у Маши. Она ее читала, про нее, по-моему, в каком-то прочитанном даже есть, рассказывается. И я такая: что это? Почему я не знаю про этот роман? Я пошла гуглить, нагуглила, что это классика шведская, про то, как чуваки попадают на остров взрослые, и там вот в этом замкнутом пространстве у них происходят какие-то супер инсайты про себя и про жизнь вообще. Добавить мне это нужно, потому что классику скандинавов я сейчас как-то особенно заценила. Конечно же, я хочу. И вот Лена присылает. Но это дивная красоты книга. Она маленькая и очень красивая. Я такая: что же это? Что же это? Что же это мне так напоминает? А потом открываю первые страницы и узнаю, что это издательство Ивана Лимбаха. Я такая:
кто бы удивлялся. У меня стоит их книга, редко, кстати, ее сейчас, по-моему, даже не найти. Тит Беренику не любил, и она тоже очень красивая, то есть визуально ты смотришь, понимаешь, что ага, вот дизайнеры не зря получают свою зарплату. Это выглядит очень мощно, обложка, супер философия. Она мне напомнила из обложек на Гудрице, которые там есть, но там есть что-то такое странное, типа в оригинале, и обложка 93-го, по-моему, года, тоже с графикой, но здесь исполнение, это софт-тач, но это софт-тач очень твердый, вот, супер-супер качественная печать, напоминает, кстати, печать Palandry No Age, если бы ее очень-очень плотно сверстали, совсем минимальные отступы по краям, то есть текст прям плотно сверстан, и роман, ну, достаточно большой. Сколько? 400 с чем-то страниц. Хотя, наверное, если его сделать в обычную книгу, эти 450 с чем-то превратятся в 300. Очень заинтригована, если честно, потому что для меня скандинавская классика сейчас всегда очень неожиданные вещи делает, во мне открывает, и в целом это какое-то отдельное удовольствие читать скандинавскую классику, причем как 19 века, так и 20-го. Боже, черная обложка, матовое название, рельефное, но не бесяче рельефное. Иногда на книгах делают такой прям, знаете, суперрельеф, по-моему, у Байт, квартет Фредерики, там прям такой рельеф на обложке, я не очень такое люблю, а здесь он приятненький, вот эти вот блестящие, как елочные игрушки, роман Стиг Даггерман, и открываешь красный форзац, очень красиво, минималистично, эстетично, и при этом на каком-то уровне эстетики, который есть именно в книгах издательства Ивана Лимбаха, какой-то свой особенный почерк. Еще две книжки, которые ко мне попали в этапе дарения, скажем так. Абсолютно еще одно внезапное. Это Карл Фруде Тиллер «Замыкая круг» от Маши. К Маше, я так понимаю, идея пришла от Насти. Это с Авито, то есть это вторичка, как бы с рук букинистика. Вот как это называется в книжном мире. Господи, выпало из головы. Это корпус, стандартный корпус, просто уже пожелтевшие страницы. И более того, внезапно. А эта книга с автографом. Здесь есть автограф автора. При том, что Маша говорит, что книга была очень дешевой. Как? Почему? Очень круто. Хотя я помню, что я однажды упустила книгу «Мы утонувшие» с автографом Карстена Йенсена. И она тоже продавалась не очень дорого. Ну, то есть вообще прям за небольшие деньги. Я не понимаю немножечко обложку, потому что в оригинале что-то связанное с кругом, и обязательно фигурирует там мужчина на обложках. Мне очень понравилась обложка такая белая с силуэтом, и в силуэте идет какое-то изображение. Я люблю этот эффект. А здесь просто плечи какого-то мужчины, я подозреваю, а может быть женщины, руки, которые обнимают виолончель. Может быть, стоит читать этот роман под апокалиптику, кстати, потому что это уже у нас металл на виолончелях. Может быть, будет в тему в качестве саундтрека. Вроде как тут главный герой потерял память и просит людей рассказать ему о нем. Возможно, что-то об этом будет. Но я знаю одну вещь. Спасибо Гудрицу. Это то, что это первая часть. Это трилогия на самом деле. И я такая, да? А, ну, хорошо. То есть я не знаю вообще, существует ли в природе у нас на русском вторая, третья часть. По-моему, нет все-таки. И это опять тот случай, как и с Роем Якобсоном, что, возможно, ты получаешь скандинавский роман, который имеет продолжение, но ты продолжение не увидишь никогда. Вот такой вот сюрприз небольшой. Но обложка странная. Она вроде симпатичная. В целом у корпуса симпатичные обложки. Но странная. Белая обложка силуэтом нравится больше. Из рубрики еще внезапная. Сигрид Унсет, классика Норвегии. У меня есть ее трилогия «Кристин, дочь Лавренса». Уже прочитанная. Я хочу какую-то ее даму, что-то там. Лежит в подборке Лайф, либо хочу в бумаге, надо будет поискать. А это ее мемуары «Возвращение в будущее». История на миллион. Когда я пришла к подруге, начала рассказывать на кухне за кофейком, что я сейчас читаю классику норвежскую, вот такие вот романы, классно, супер, круто. Называю фамилию, и тут мне говорят, что Унсет. Типа, да, у нас стоят мемуары ее. Я такая, точно мемуары Унсет? Потому что я знаю, что есть мемуары Лагерлёв. Это оказалось реально мемуары Унсет, и мне ее просто отдали, эту книгу. Я такая, мое сердечко, спасибо большое. Блин, это было так мило, ужасно приятно. Это история про то, как Унсет уезжала из оккупированной Норвегии через Швецию, через Россию, через Японию в США. И здесь она пишет о своих впечатлениях.
вот этого путешествия. Но Унсет пишет великолепно. Я думаю, прочитать подобный опыт с ее этой неповторимой интонацией будет незабываемо. Какое-то древнее издание, 2003 год. Да, да, 2003 год, издательство какое-то маленькое, видимо. А, Объединенное гуманитарное издательство. Ну, это что-то из разряда для умных, я так понимаю, издательства. А мне вот перепало просто, потому что есть скандинавская полка, и я очень люблю Сигрид Унсет теперь. Ну и давайте уже точно, вот, вот мой бисерный кошелечек. Начнем с серии книг, которые были куплены. Не знаю, это было забавно, это был очень неповторимый опыт. Я думаю, он однозначно войдет в топ опыта покупок и, в принципе, в покупки года, можно сказать так, в итоговое видео года. Это когда Маша, опять же, у нее есть тайное местечко, где она пополняет свою библиотеку очень-очень редкими книгами сейчас, то есть те книги, которые уже очень сложно найти, либо их покупать с рук, а там в магазинах есть. И она мне пишет, что я вот буду в этих магазах, могу тебе пофоткать, типа поснимать, ты мне сразу напишешь, и если что, я возьму. Было до состояния, что я стою в переполненном трамвае, просто вот так вот на остановке, там холодно, но я адски мониторю, чтобы отследить, и если что, взять себе какие книжули. Во-первых, я взяла себе тонкую работу Сара Уотерс. Очень-очень-очень хотела этот роман прочитать давно, но я люблю викториану, нео-викториану, а это все-таки знаковый роман для нео-викторианы, известный. И я вот взяла в формате именно мягкой обложки. Это серия The Big Book. У азбуки Маша меня еще спрашивала, брать в твердой обложке или в мягкой. Я очень люблю именно серию The Big Book в мягкой обложке. У меня есть частично The Big Book в большом формате, в традиционном. Как правило, это что-то серийное. А вот отдельные романы я все-таки предпочитаю покупать в мягком формате. Что, наверное, опять про днище общества лондонского, да, трущобы, вот-вот, вот это вот все, воровской притон. Ну, в общем, очередное снятие штанов с викторианской эпохи. Посмотрим, почитаем. Викторианская мелодрама высшего класса. Ой-ой-ой-ой. Давно я очень сильно смотрела этот роман, но его сейчас реально трудно, по-моему, найти в магазине. Так просто ты в поиск не вобьешь и не купишь его. Оригинальная обложка, кстати, о птичках. Симпатично. То есть здесь вообще максимально постарались полностью приблизиться к оригинальной обложке. Потом, что у меня есть? Вы только на это посмотрите. Йохана Синисала «Тролль». Это финны, финский автор. Мне его максимально советовала подписчица. Сразу с первого совета его к себе добавила. Потом я поискала, поняла, что это, ну, из разряда так давно издано, что ты не найдешь примерно никогда. Тут, Маша, напиши вообще еще какие книги, вдруг я спрошу у консультанта, будут. И я написала ряд книг, в том числе подумала, а вдруг? А вот, оно есть. Это так было удивительно, если честно, потому что, ну, книга реально редкая. Она тоже бородатого какого-то года, 2006 год, амфора, за 80 рублей, между прочим. Оригинальная обложка, но, кстати, о птичках, по-моему, в оригинале роман называется не «Тролль», а что-то там... Блин, я забыла, как он в оригинале называется. По-моему, на английский язык перевели как раз именно все-таки оригинальное название не «Тролль». Но не суть. Суть в том, что обложки, конечно, очень странные, но потому что это и роман уже как бы не новый. В то время делали очень странные обложки. Мне понравилась обложка английского издания. Она выглядит очень атмосферной. Мне показалось, по крайней мере, так. До того момента, пока я не поняла, что на этой английской обложке использовали фигурку тролля. То есть там, когда всматриваешься в этот лес, ты видишь там тролля. А когда ты всматриваешься, ты понимаешь, что это фигурка тролли. Ну, мультики есть, по-моему, даже с этими героями. Вид сзади, вот эти вот волосы характерные, паричок на куколке. Я такая, что? Что? Как? Почему вы это сделали? Это так странно. Но обложка все равно атмосферная. Эта обложка просто криповая. Вот тут написано, это не ужастик и не фэнтези. Тролль — это история любви. Ну, хорошо. Тут что-то будет такое мифическое, финское. Я пополнила финнов. Я каждый раз, когда пополняю финнов, у меня где-то там отдельно щелкает. Это просто дичь. Джейн Остин и Бен Уинтерс. «Разум и чувства и гады морские». Опять же, когда Маша мне это сфоткала, я такая, что это вообще? Сколько стоит? Тут какие-то копейки. А, 80 рублей. Я говорю, берем. Но теперь мне точно нужна «Гордость и предубеждение и зомби». Тем более тот роман переводила Анастасия Завозова. Вот теперь Джейн
бесполезно. Нужно искать версию с зомби. А это, ну, примерно такой же мешап, я так понимаю, только про разум и чувства. А еще здесь есть иллюстрации. Вот это да. Ничего себе. Это корпус. Поэтому тут все типично для корпуса. Мне нравится обложка. Очень классно сделана. Техника коллажа, все дела. Здесь, кстати, сзади очень красиво. Название романа в оригинале. В оригинале есть обложка. И она забавная. Классическая как бы обложка классического романа Джейн Остин. Только мужчина там такой... Ну, типа Дэвид Джонс. Я посмеялась с этой обложки. Наша тоже очень классная. Что-то упоротое. Надо брать. Из недорогого, опять же, конец конца зимы. Хотя она вроде еще не редкая. Где-то ее еще можно достать. Собственно, вон там тоже была. Джонатан Франзен. Это его сборник эссе, посвященный экологии. Насколько я правильно помню описание вообще этой истории всей. Очень небольшая книга. Ну, все вы помнят, какой толстый Франзен. А здесь 230 с чем-то страниц. Тоже типичный корпус. Ничего особенного. Обложка мне очень нравится, но обложка у нас, знаете, такая позитивная, я бы сказала. Потому что, когда ты смотришь оригинальную обложку, есть обложка с, по-моему, чайками, очень мрачная. Когда ты смотришь обложку с льдиной, пингвинчик еще так на вершине стоит, мне безумно, опять же, понравился это тот эффект со шрифтом на всю обложку. И сразу ты понимаешь, что льдина — это отсылка, скорее всего, ко всему этому парниковому эффекту и так далее. А у нас... Очень классная обложка, крутой шрифт, круто все сделано, но не намекает, наверное, на то, что все очень плохо. Ну и, господи, покупка года. Спасибо большое. Опять же, огромная благодарность Маше, потому что изначально, которая взяла этот роман себе, потом мне просто передала. Но читатели моей телеги, если вы не подписаны на телегу, подписывайтесь на телегу, потому что у меня там всякие закадровые дыбр. Что там еще у меня? Саундтреки к книгам, естественно, под что я читаю книжечки. Так вот, я там выкладывала пост, где сравнивала цены на Авито, за которые сейчас продают вот этот роман. Маша, когда кидает фоточку, мне казалось, у меня просто голова в этот момент оторвалась от ночи, откатилась куда-то супер далеко, потому что я не могла просто пережить, что полубрат есть, он существует в реальности. Он толстый оказался, посредний, достаточно тонкий, ну как тонкий для скандинавов, нормальный, 400 с чем-то страниц, но это 600, это мелкий шрифт. Мне нравится обложка. Она в целом в оригинале вся такая история очень странная. Какого года роман? Сейчас посмотрим. 2001 года. Да, он старый получается. Ну, поэтому и обложки в оригинале тоже. Такие, какая эпоха, такие обложки. И мой заказ «Читай города». Ну вот самое первое, что со мной вообще случилось в этом году. Это 4 книжулечки. Из них 3 скандинавские книжки, ну, естественно. Угу. И, наконец-то, Дэвид Митчелл «Сон номер 9» в мягком формате. Изначально был «Облачный атлас» в мягком вот таком покетбуке. Серия «The Big Book» именно. Потом у меня стоит «Тысяча осени» якобы Дезута. И у меня стоят «Костяные часы». То есть у меня 3 романа есть именно вот в таком формате Дэвида Митчелла. Я все такая, ну давайте, «Сон номер 9, литературный призрак, что-то там про лебедя, утопию мне не обязательно, хотя это роман о музыке, почему бы и нет. Я понимаю, что в твердом, наверное, круче, я Митчелла с удовольствием буду перечитывать еще годами и годами. Романов много, я, видимо, как начала его собирать вот так вот, то решила, так и буду делать, я уже из принципа не покупаю другие романы, потому что я все ждала, и вот я уже смирилась, подумала, ну ладно, когда-нибудь, когда я соберу много всякого, что мне хочется, и вдруг у меня появятся лишние деньги, я начну покупать Дэвида Митчелла в твердом переплете. Но, к счастью, разродились, наконец-то, «Сон номер 9» выпустили вот именно так, как я хотела. Спасибо большое. Тут все на самом деле традиционно, как азбука классика, там все одно и то же внутри. Обложка мне очень нравится. Она очень красивая по цветам. Очень красивая, конечно. Но, оригинальная, кстати, обложка. В оригинале есть еще 100-500 миллионов. Но, естественно, Митчелла часто издает, и у него часто делают разные обложки. Мне безумно понравились именно другие обложки. Те, которые передают. Это же, по-моему, у нас киберпанк, насколько я помню, нет? Да, видеоигры. Это вот что-то вот в этом духе, в киберпространство. Другие обложки... В оригинале они очень в этом стиле выполнены, и мне они очень понравились. Обложки с девяткой, потом что-то там обложка с какой-то толпой. Это да, но на мой взгляд она не самая красивая обложка, возможно и не так она красивая, но не самая стилистически подходящая, может быть. Но все равно очень нравится, очень красиво, конечно. В принципе, Митчелла, слава богу, после того, как он вышел из серии «Интеллектуальный бестселлер», по-моему, да, это называлось, у «Эксмо». Я очень люблю эти издания, они очень качественные, но обложки там были просто... Кошмар какой. Это было просто уродство, ужасная безвкусица. Митчеллу повезло
Единственный раз с облачным атласом. Облачный атлас в первом издании красивый, хотя мне нравится и оригинальная обложка, которая сейчас. Но остальное это просто кошмар какой-то. И сейчас Митчеллы издаются оригинальными обложками, и поэтому он весь всегда красивый. Так, огромная книга, которая появилась у меня абсолютно внезапно. Это скандинавы. Лидия Сандгрен. «Собрание сочинений» называется. Это какой-то относительно новый роман, то есть писательница молодая. Это АСТ внезапно, потому что качество печати просто, вы знаете, такое, что меня даже удивило. Я привыкла к АСТ. Я очень хорошо отношусь к их книгам за то, что они недорогие. Печать, ну, такая нормальная, бывает и газетная бумага, бывает и переплет спорный, но в целом более-менее зато они недорого стоят. И у них есть очень симпатичные варианты. Я увидела просто в «Читай городе» обложку, подумала, нравится, что это такое? Очень странное ощущение от этой обложки. Какое-то и нуарное, и готическое одновременно, что-то серьезное, что-то шведское, надо брать. Я взяла, и когда она приехала, каково же было мое удивление, что это ужасно крутое издание. Роман толстенный, очень мелкий шрифт, очень плотная верстка, очень красивая, очень приятные страницы. 670 страниц, на секундочку. То есть это прям полноценный роман, хороший такой, на отдельный обзор будет, читаю, рассказываю, и я такая, вау, еще вот эта вот суперобложка, которую ты снимаешь, и абсолютно неожиданная обложка. Так роскошно выглядит, что суперобложку убирать вообще не нужно, не хочется. Я никогда не выкидываю суперобложки, но тем не менее. Мне безумно нравится этот арт с пишущей машинкой. Сам колорит обложки в таких серых тонах с использованием золотых элементов. Здесь очень красивый форзац. То есть тоже какая-то графика, какая-то архитектура. Я не поняла, что это вообще такое произошло, потому что стоила эта книга не так уж и дорого. Я не отдала за нее какие-то бешеные деньги. Но я предвкушаю. Это должно быть что-то очень интересное. Здесь, в общем, что-то связанное с художниками, с писателями, с издателями. Что-то 60-е, какое-то полотно до наших дней. Очень размытая аннотация. То есть ты читаешь, и ты максимально понимаешь, что тебе ни о чем вообще не рассказали. И за это спасибо большое. Потому что у нас бывают просто плохие аннотации. Бывают аннотации, которые говорят вообще не о том, что есть в книге. Бывают аннотации, которые тебе максимально спойлерят. Я очень люблю размытые аннотации, когда ты вроде такой... Ну, что-то это мое, но непонятно, что там будет. Боже, моя стопочка сейчас просто рухнет. Калевала. Карело-финский эпос. Я смотрела разные издания. Опять же, в телеге я выкладывала пост, где там было издание, которое стоило столько. Книги не должны стоить столько. Ну, видимо, это коллекционные какие-то вещи. Есть какая-то фишка именно в переводах, потому что то ли переводов несколько, то ли что, но мне вот нужен был именно перевод Бельского. И я так понимаю, что это более полное издание. И нашла его именно в... эксклюзивной классики. Это, в общем, что-то супер филологическое, только финское. Но так как я взялась за финнов, нельзя не почитать классику. Поэтому вот буду читать. Боже, оно еще и все и вот в таком виде оказывается. Ой, я не знала, куда лезть. Ну, окей, хорошо. Последнее, это был какой-то заход в январе. Мартина. Господи, вроде у шведов тоже все на первый слог, но непонятно. Хак. Самое-самое, всеми любимые, на работе тоже все окей. Я увидела это изначально в аккаунте Ripple Classic, что у них вот вышла вот эта серия Love and Travel. Увидела скандинавскую фамилию. Пошла тоже посмотрела, полайфлибила, как я это называю. Серия, конечно, мое почтение, потому что она выглядит как методичка для ЕГЭ, прямо скажем, по качеству печати. Но я не против, опять же, потому что легкая, мягкая обложка, тоненькая, нормас. Но огромная тайна по поводу этой книги. Опять же, у меня в телеге я выкладывала сравнение, есть описание в «Читай городе», а есть описание на Лайфлибе, когда эта книга издавалась еще в серии «Первый ряд». Первый раз она издавалась там, это переиздание, соответственно. Разнятся описания, и непонятно, что ты покупаешь. То ли ты покупаешь серьезную психологическую драму про актрису, которая мечтает играть, не знаю, там, у Бергмана, то ли ты покупаешь температурное чтение про актрису, которая попала в цирк. Короче, непонятно, что происходит вообще с этой книгой, что там на самом деле. Я взяла и подумала, ну вот и узнаю. Тем более, стоила она, опять же, супер недорого для скандинавов. Скорее всего, это все-таки скандинавы, которые для отпуска, но таких я тоже покупаю, чтобы у меня всегда был в запас на случай, если я заболею, и у меня будут скандинавы поразвлечься. Обложка, ну, пойдет. Ну, опять же, да, это вот это вот
штука, типа издательство запустило серию, теперь оно вот в таком виде выпустит прям 100-500, ну не 100-500, окей, но книг 10. Они все похожи друг на друга, эти книжки. Они разнятся буквально там вот этими человечками на обложке и цветом обложки. Наверное, единственное такое, что я смотрю на обложки и понимаю, картинки, вот эти вот люди, эта парочка, она за шрифтом. Хотя могли бы сделать, как где-то тут у меня был Франзен, вот там как раз вот этот эффект, что птицы как бы наслаиваются на шрифт. Но они сделали просто слой шрифта, за ним слой арта. Это просто скучно. Ничего не знаю про эту книгу, почитаем. Все, гигантская стопка. Я даже не буду ее поднимать сейчас и показывать. Интересно, сколько всего? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 книги. Угу, хорошо. Боже мой, хорошо, ладно. А это за январь, это все за январь. И это при том, что ко мне сейчас едут еще 4 книжки. Просто без комментариев. Пишите все, что вы думаете по этому поводу. Что-то вы читали, что-то вы хотите тоже, как я, прочитать. Что-то, может быть, вы хотите, чтобы я прочитала это побыстрее. Допустим, вам что-то интересно, я поставлю, может быть, в какие-нибудь побыстрее свои планы, где у меня там будут дыры в моих годовых планах. Я туда буду вставлять это. Ну, «Альпину» я буду сразу стараться читать поскорее, потому что это издательство нужно почитать быстрее, как и у меня еще стоят книжки, кстати, от «Городца», тоже надо уже за них браться. У меня появился полубрат. Мне кажется, на этом можно просто заканчивать и уходить из кадра. Всем спасибо за просмотр. Пишите ваши прекрасные комментарии и увидимся в следующем выпуске. Всем пока!